Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, девчоночки. У меня сегодня будет для вас масочка для наших замечательных ручек. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Будем готовить вместе и применять. Желаю вам приятного просмотра. Итак, мои хорошие, мы с вами берем для нашей масочки одну чайную ложку пищевой соды. Добавляем одну чайную ложку жирной сметаны и добавляем одну чайную ложку оливкового масла. И все хорошенько перемешиваем. Все хорошенько перемешиваем. Кстати, мои хорошие, сюда можно также добавить немножко лимонного сока для отбеливания рук. Вот такая маска у нас с вами получилась. Наносим масочку на очищенную кожу рук. Наносим вот так. Нанесли и слегка помассируем. Слегка помассируем наши ручки. Еще раз вам говорю, что можно добавить лимонный сок. Помассировали, помассировали, вот так вот, каждый пальчик прошлися, вот так, помассировали, еще раз нанесли маску и держим в течение 15 минут, после чего смываем теплой водой и наносим наш любимый уходовый крем. Такую маску мы с вами делаем 2 раза в неделю. Этого будет достаточно, чтобы сделать наши ручки красивыми, молодыми. Итак, мои хорошие, вот такие ручки замечательные у нас с вами получатся после такой чудесной маски скраба. Я надеюсь, что рецепт вам понравится. Делайте такую скраб-мазочку хотя бы 1 раз в неделю, и ваши ручки скажет вам спасибо. Если вам рецепт понравился, не забудьте поставить лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, мои хорошие, пишите ваши отзывы в комментариях. С вами была ваша Елена. Я вас очень люблю. Надеюсь, завтра вновь увидимся. Удачи вам!